226-м. Идем на Лэмбо. Ёб твою мать, старт смешной. Что это, блядь, за старт? Ебать цифр. Вау, 6 цифр. Так, чё это, селлер? Селлер. Рис 86-71DD. Старт уморительный. Как бы от активки избавиться. Но это очень смешной старт. Это прям спидран. Спидран, стих выбрать не надо. Если я его проебу тут же, если поебало получу. Надо сразу подбирать хп синий сейчас. Конца этажа ждать. Либо когда по лицу получу. Потом уже собирать хпсы. С этой херней иглу ломал. Кстати. Кстати, да. Это очень прикольный айтем для фарма. Это нереально охуенный айтем для фарма. Так, есть что по активкам. Есть. Свидание, пушка. Пушка, до свидули. Все, нахуй эту пушку. Не хочу с ней ничего общего иметь на стрике. А, правда, здесь Кёрса осталось, ладно. Тогда не буду обратно улетать. Здорово. А так у нас еще скорость огромная, очевидно, потому что Меркурий... Довольно базировано все. Даже терза хорошая, я бы сказал. Терза даже выше базы. Приятный старт. The wafer prevents the stored inactive item from getting damaged twice? No. Even wafer doesn't do anything with glass cannon. Glass cannon will ignore wafer cancer. Also stuff like that. It will always deal to damage, I think. Well, except if you don't have health already. If you have less than 2 hearts, I guess. Like it won't insta-kill you. That's a plus. You can like die like instantly with getting hit. Upside. Так, мне нужны бомбы, наверное, господи, эти ебланские комнаты, нахуй! Просто иди в пизду, еблан этих ебаных уродов придумал в эти ебаные комнаты, блядь. Просто нахуй невыносимо, блядь. Это буллинг со всех нахуй сторон. Планы каменные ироды. Ключи-то будут, нет? Куда нет? Это усатый ангел у нас сегодня на Эдене. Забавно. Усатый ангел с рогами. Однако. Неплохо. Однако неплохо. Так. Сейчас будет фарм, да, бесконечный. Let's go. Я вообще удивлен, что они это не запатчили до сих пор. Что они эту хуйню не запатчили.
Он, конечно, типа скилловая отчасти, да? Типа надо понимать, как этой хуйней пользоваться. Типа какая там работает, но это все еще абсолютно идиотская волка. Это просто безлимитный фарм. Абсолютно безлимитный. Странно, что это оставили в игре. Скилловая? Но... надо понимать, какая там работа. Типа, если ты будешь вот так делать, то ты так рано или поздно обосрёшь. Хотя, кстати, нет, даже так, по-моему, особо не улетает. Даже можно особо не пытаться это в одну сторону сердца делать. Ну, хотя, вот так сейчас улетело хуёво. Типа, оно улетает в сторону, когда ты нажимаешь кнопку атаки. То есть надо прям в нужную сторону атаковать. Можно было так фармить всю жизнь, а так оно может далеко улететь, тогда фарм резко закончится. Походу мы автомат идем чинить, наверное, такими темпами. Безлимитный. Она просто безлимитный. Надоело. Да хоть тебе маленько дам денег. А, я его уже взорвал. А, ну вообще да, я же хотел активку заменить. Ну и ладно, блядь. Ну и ладно. Ну и поломал. Ну и поломал. Он сегодня поломается, нет? Мне уж надоело. Вот это не исправили, да? Забавно. Типа, вот айвибэк ты не можешь фармить, но, сука, автомат обычный можешь, хотя, по сути, не прям большое это отличие. В общем-то. Хотя бы автомат, ладно. Нельзя фармить бесконечно. Это вообще были бы деньги безлимитные в любом случае. Хотя бы об этом они позаботились. Плохо. У нас второй автомат еще есть. И все. Разговорчивый. Еще есть таблетки. Где-то секретка должна быть. Ебец. Подожди. А, магаз был в сторону босса, да? Просто уже по-моему видел. Отлично. Ну, еще удачи. Еще удачи. Деньги можно все помутратить. Еще заработаем. Тоже можно потыкать в пенис. Вон куда деньги.
Бля! Клин. Логовая инспекция. И денег у меня отстаньте. И деньги. Хочу ангелов. Этим залучим. О, вчерашний герой вернулся в игру. Герой, ну да. А тебя ж вчера не было, наверное. А Мамби-то и не знает. Он не знает, что вчера было. Не, да вроде был. Только недолго, по-моему. Вроде. Но в целом. А правда. Вчера игру ломали. Криво. Блять, конечно, дальность. Я вот ради этого лочил. Я ж явно не ради этого лочил. Зачем? Молодец. О, это удобно. Это удобно. Да. Не бейте. Чего ты говоришь, игру ломали? Игру ломали и... Было много щупалец. Щупальца были. В большом количестве. Не хочу добавить. Это может быть зря. Хочу это брать. Я рума не хочу походить. Но беда в том, что если не буду фармить, я могу с этим билдом в Даркрума пойти. Это будет очень печально. Если я с таким билдом в Даркрума приду. Вот Меркурий, честно говоря, не факт, что вообще можно прям использовать. Ну, в принципе, я же еще не скипаю. Основные комнаты, правильно. Главное, магаза не скипать, а этим румы. Хотя бы. О. А, там аркада хуёвая, да? Я там деньги не найду. Сука, 27 копеек, охуеть. Так дорого. Так дорого-то, блин. Ну ладно. Суккубус того явно стоит. Я наелся. Я наелся, я больше не хочу. Ей-богу, наелся. Лучше уже не будет, наверное. Ладно, еще одну съем. Ладно, еще одну съем. Ладно, еще одну съем. Блять.
Лучше бы не ел. Ну вот, блядь, конечно. Something's wrong. Да сука! Верни хп обратно, блядь. Бля, там еще повышение размера есть в пуле. Блядь, не надо! Вот, вот. Меньше, ладно, больше не надо. Уменьшать можно. Увеличивать не надо. Да хватит срать, ё-мать. Как же он срёт, а? О, деньги-то хорошо. Перегалп. Ну, колса. Стомпи, блядь. Забавно, что по ходу увеличения размера плюют на уменьшение размера. То есть ты можешь быть стомпи, даже если ты уменьшаешь себя в размерах. Тут вообще никакой логики нет. Потому что я себя уменьшил, да? Но я сейчас себя увеличил, получил стомпи. То есть игра игнорит то, что я себя только что уменьшил. То есть я могу себя сделать мелким и все равно быть стомпи. Если я получу еще одно увеличение размера. Даже если я буду очень мелким. Забавная хуйня. Как это работает. Вот опять уменьшил. Инфестит. Блять, да три. Блять, ну и говно. Вы говно. Шукально завязаем. Где-нибудь, не знаю где. Уйдите отсюда. Ретро. Тут мы завязаем. Блять, пусти. Справа будет секретка красная. Будет. Не было не лучшее место для души Каина. Я еще лучше бы открыл бы эту штуку. Открыл бы босс-руму. А, карта черевот осталась, окей. Тоже пусть будет. Ага, я тут еще раз подумать. Не, я не хочу брать берсерк. В этом забеге, мне кажется, он не особо нужен. Я все равно могу рума не проходить, чем не берсерк. Карта. Приятная карта. Хм. Интересно, если я себя много раз увеличу, прям много раз, а потом себя 4 раза уменьшу, я все еще смогу, типа, как Плута, всякие мемы делать или нет? Или только в одну сторону это работает? Типа стомпи игнорит уменьшение размера. А Плута уже все-таки не игнорит увеличение. Полная хрень. Тестировал. If you will duplicate the active item and take them both using school bag. I think it will be the same. I doubt they will be different. Это да, было дело. Было такое дело, было.
Дохли мы от ведера. Взорвался. Дамаг дают, а тут что дают? Бля, тут ролл дают. У меня денег всего нет. Шеду за 15! За 15. Дешево. Только, блядь, у меня хп пиздец много. Я не готов шедоу прохать с таким хп вообще, абсолютно не готов. Тем более я еще иду в Даркруму. Там хп пиздец много надо в этой ебаной Даркруме, чтобы себя нормально чувствовать. Типа хп есть, да? Неправильный гриб. Возьму. Типа тут черное одно есть. Ни хрена нету. Еще одно есть. Да, челик, если можно пофармить, то правда. Что? А, я взял этих микропиздиков. Микропиздики появились. Не понял, что я их взял. А, деньги. Хорошо. Деньги будут, это приятно. Благо, кстати, эта хуйня вроде больше никого не ломает. Это раньше очень меняло, когда стомпи делал, ты вообще не мог нихуя фармить. Из-за этих шоквейвов идиотских. Сейчас с этим нет проблем. Фарму не помеха. Капец он жадный. Да! Не забрал. Заметил. Но. Может, хватит, ты заебал. Сколько этих хп надо? Полезные карты. С таблетки. Кирзап. Окей, это хорошо. Блять, это мне на шедоу было больше нужно. Я, конечно, могу его активировать, в принципе. 4 хп. Ну, 4 хп, это, конечно, маловато, блять. Если будет 4 хп. Не, я уже и так не успел на бусраж. Пофиг. О! Сделка реально есть. И сделка хорошая. Вообще нужен шедоу в этом забеге. У меня уже так как бы 6 хп, да, остается, будет 4 хп, да. Либо 6, либо 4. Не, будет тут еще хп будет. Тут будет хелсап гарантированный. Будет 5 хп. Да, тогда можно этим заняться, наверное. Куда полетел, блядь? Да, латая. Тая. Чаша золотая. А, и все? Ну и хуйня. Кандалы. И вновь мы встретились. Ну да, можно это активировать. Я ничего особо не потеряю. Примерно так же будет все. Сокрума нет, да? Это же сокрумы нету. О, кстати. Шеду я не пофармил, ну как бы мне там уже фармить-то и не надо будет.
Я шедевр так уже будет билд нормальный. Я заберу пояс, я знаю. Про пояс я помню. Так, все. Прокаем шедоу. А! Это да. Это есть такое дело. Еще и листик маленько душит. Так. Брать. Тут есть что брать? Да нет, вроде. Особо нечего. 5 хп. Типа, окей. Полагаю, нормально. Блять, себя не вижу. Нахера я ломаю, кстати? Камни я уже видел, Crawl Space. Так, нам вниз не перепутай. Нам на дно. Тут у тебя автомата и нет. Нечего фармить. Уже тут я скажу нет, это мой карта, наверное. Прикольно, конечно, но нет. Да ёб твою мать. Карта. Зачем мне нужна вообще фулл карта на этом забеге? Ладно, пусть будет. Какая гапи-часть? Никакая, скорее всего, да? Ходи первая, да? Наверняка первая. О, здорово. О, здорово. О, привет, Кузя. Да отдай! Ха! Не. Хотя... Давайте сделку почекаем, а там уже подумаем. Пока не хочу терять все хп ради кошки. Я не люблю на одном хп играть. Без надобности. Даже с 9 жизнями это стрёмно. Так, окей, это уже не на одном хп. Ладно, тогда, возможно, все-таки возьму это. Реально, может, габ еще каким-то хером соберется. Я этого не исключаю. Да, тут еще будет хп. Отлично. Так, мы вниз. Вниз. Это гапи. Это реально гапи. Ну, в таком случае я согласен. Тогда я, наверное, согласен. Забавно. Собрали гапи с трех частей. Причем из трех разных этих локаций. И в Кёрсе, и вип-магазине, и на сделке везде. По кускам собрали. Смешно получилось. Дети с ума сходят. Затем похуй на шипы. Это прикольно. Хотя они так дохнут быстро. Если бы они еще от шипов дохли, было бы смешно совсем. Типа даже шипы их убивали. Вообще дохрена. Так, у меня Меркурий есть, я что-то вспомнил. Я ж могу в игру-то не играть.
Наверное, пожалуй, играть я в нее не буду. Пора заканчивать. Теперь можно и заканчивать, наверное. Как же игра пытается мне активку перезаряжать, у которой нет заряда. Как же она пытается. Угадал. Как бы здесь угадал. Ёпта. Что? Еще смешнее. Чуть не задел. Уже не будет никакого толка от с мяча. Да, стомпи ломает шипы. Шипастые камни. Но ты все равно можешь, правда, дамаг получить. Надо это делать аккуратно. Лучше вообще не делать. Ты все еще можешь получить дамаг. Там хитбокс какой-то абсолютно конченый. С этими камнями. А. Пиротома. Я чуть не успел. Меркури Гейминг. Давай, хули. Ничего нет-то. Щупальца держит. А, и все уж. Да. Вот это 6.